эксцентриссимо. Любители автомобильных ценностей дождались нового повода посчитать свои накопления и место в гаражах. На продажу выставлены лимузины Бориса Ельцина. За один Mercedes-Benz S-класса Траска Бремен просят 20 миллионов рублей. Машинка хороша, на ней президент выезжал на официальные встречи. Еще одно роскошное авто Mercedes Pullman продают за 30 с лишним миллионов. Цена не только за имя Ельцина и президентскость такая высокая. К этой машине причастен канцлер Германии Гельмут Коль. Может быть, он в Пульмане и не сидел ни разу, зато машину эту делали именно для немецкого друга Бориса Николаевича. Как другу Коль этот броневик Ельцину и подарил. Правда, история показывает, что раритеты на колесах ищут покупателей годами. Ценители ждут, когда подешевеют, а история умеет только поднимать стоимость всего. Один из автомобилей Сталина продавался около 5 лет и в итоге ушел за 5 миллионов евро. А выпущенный в единственном экземпляре специально для Хрущева ЗИС потребовал еще больше оптимизма от своих продавцов. Через 8 лет они таки нашли покупателя с 2 миллионами долларов. Эксцентриссимо.